Здравствуйте! Сегодня я приготовлю оригинальный рецепт для пикника – курица в хлебе. Половину воды комнатной температуры соединяю с несколькими ложками муки от общего количества. Добавляю свежие дрожжи, которые можно заменить сухими, взяв их в 3 раза меньше. Оставляю опару в теплом месте, пока смесь не увеличится в 2 раза. Оставшуюся муку соединяю с солью. В подошедшей опаре добавляю оставшуюся воду, оливковое масло и муку. Ложкой тщательно перемешаю, чтобы не было комков и сухой муки. Тесто подходит для выпекания пицц, хлеба, чиабат и так далее. Для пирога можно использовать базовое тесто для пиццы. Ссылка на рецепт в описании. Накрываю пленкой и отправляю в холодильник на 24 часа. Через сутки доску обильно посыпаю мукой. Выкладываю подошедшее тесто. Растягиваю его в прямоугольник. И складываю следующим образом. Накрываю миской и оставляю при комнатной температуре на 1–1.5 часа, чтобы тесто согрелось. Куриные бедра освобождаю от кожи. Оливковое масло соединяю с измельченным зубком чеснока. Приправой камис для курицы с розмарином, в которой подобраны 100% натуральные компоненты лучшими экспертами в области ароматов и вкусов, с использованием всех новейших трендов и кулинарных инноваций. Сладкие перцы разных цветов нарежу небольшими полосками. Вместе с перцами можно добавить перелованные баклажаны и вяленые или сушеные помидоры. Куски курицы погружаю в маринад. Отправляю перец. Солю. Обратите внимание, что приправа камис уже содержит соль. Добавляю сушеный лук камис, он придаст особый вкус и аромат блюду, понравится тем, кто не любит запеченный или вареный лук в готовом виде. Все тщательно перемешаю и оставлю минимум на 1 час при комнатной температуре. Замариновать мясо можно накануне и хранить в холодильнике. Согревшееся тесто разделяю на 2 части, большую и меньшую. Тесто с повышенным содержанием влаги имеет очень красивую крупнопористую структуру в готовых изделиях. Большую часть растягиваю в прямоугольник. Аккуратно переношу в форму, выстеленную бумагой с антипригарным слоем. Края теста должны свисать. Размер формы 20 на 30 сантиметров. На дно выкладываю перцы кожицей вниз. А сверху куски курицы. Все посыпаю черным перцем. Удобнее всего это делать при помощи мельницы с черным перцем камис, так как только у свежемолотого перца наилучший вкус и аромат. Меньший кусок теста растягиваю в прямоугольник. Накрываю начинку. Смазываю свисающие края теста водой. И закрываю меньший прямоугольник. Таким образом можно запекать целую курицу или кролика. Исключительно по желанию верх пирога смазываю водой и посыпаю 2 видами кунжута.
Время выпекания рассчитываю при помощи весов. На каждый килограмм веса час выпекания. Не забудьте перед формовкой взвесить пустую форму. Моя весит 1 килограмм 200 грамм. Выпекаю в разогретой до 160 градусов духовке на среднем уровне в течение 2 часов 45 минут без конвекции. Готовый хлеб оставляю в форме на 5 минут. Затем переношу на доску и слегка остужу. Аккуратно срезаю верхнюю часть в виде крышки. Если вы планируете это блюдо взять на пикник, то после выпекания сразу можно выезжать, и пока доберетесь до места, пирог остынет до нужной температуры. Кстати, на сайте Камис проводится конкурс «Вкус огня», посвященный пикникам и барбекю. Переходите по ссылке в описании, участвуйте и выигрывайте призы. Нарезаю крышку на куски. Аромат от блюда неимоверный. На мой взгляд, самая вкусная часть – основа пирога, пропитанная соками, насыщенная ароматами чудесных специй и от этого невероятно вкусная. На тарелку выкладываю кусок курицы, перец, поливаю все выделившимся соком. Рядом положу кусочек крышки. Все это великолепие посыпаю свежемолотым перцем, чтобы он разбудил вкусовые рецепторы и подчеркнул невероятный вкус блюда. Нежное куриное мясо, овощи, аромат специй и ни с чем не сравнимая хрустящая корочка домашнего свежеиспеченного хлеба. Предлагаю приготовить и насладиться этим блюдом на природе вместе с друзьями и близкими. Ингредиенты и нюансы приготовления вы найдете в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита!»